я просто в восторге в неописуемом. Это что-то потрясающее. Это когда гора начинает трястись и дрожь по всему телу. Вот так же здесь дрожь по всему телу, куда бы ни пошел. Много людей, много движа, много всего просто. Очень круто. По-дружески относятся, все по-доброму происходит. Есть что посмотреть, есть что покурить. Очень много табака. Можно попробовать все, что угодно. Покурил томат какой-то, сельдерей, там, чеснок. По факту ты за копейки пробуешь все, что ты никогда не попробуешь за один раз. Я уверена, что ты даже 3-2 дней мало. Я за 3 дня еще не все успел обойти. Если вы видели что-то такое же большое, ходите туда, но вы не видели этого, идите сюда. Это своих денег стоит однозначно. Но она лучше, как можно не посетить лучше?